Добрый день, друзья! Мы продолжаем смотреть на игры в рамках фестиваля бесконечной реиграбельности. И давайте посмотрим на демку игры Микротопия. Добро пожаловать в Микротопию. Здесь мы возьмем на себя в обязанности коллективного разума колонии робо-муравьев. Следуем своим инстинктам, чтобы построить процветающее поселение. Щелкните по кнопке завершения, чтобы перейти к следующему шагу. Управляй камерой, чтобы осмотреть окружающую местность. Перемещай камеру с помощью правой кнопки мыши или вправишь CFV. Или правая кнопка мыши, то же самое. Вращение камеры осуществляется средней кнопкой мыши. Ну а зум, соответственно, колесиком. Ядро муравьиной колонии. Это королева. Выбери ее в меню строительства. Вынеси королеву на поле и подожди, пока она приземлится. Ну, давайте как-нибудь вот так поставим. Чтобы дать рабочим указания, щелкай по ним. По твоему приказу, рабочие будут взаимодействовать с окружающей средой. Например, подбирать или бросать материалы. Рабочие не могут проходить через препятствия. Тебе придется прокладывать дорожки, огибая их. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы отменить текущий выбор. С королевой прибыла небольшая группа рабочих муравьев. Пошли одного из них подобрать кусок металлолома. Ну давай вот ты. Смотри, металлолом. Используй склады для хранения материалов. Построй склад и поручи муравью отнести туда кусок металлолома. Ну давайте склад поставим где-нибудь рядышком, например, здесь. Муравей. Как тебя заставить туда отнести? Во. Попали. Цепочки доставки создаются с помощью феромонных дорожек. Это пути, которые остаются после того, как по ним прошел хоть один муравей. На дорожках возле объектов и зданий автоматически появляются флажки действия. Здесь рабочие муравьи будут взаимодействовать с объектом, собирать или бросать материалы. Прокладывая дорожки петли, рабочие будут постоянно выполнять одни и те же задачи. Используй дорожки для создания цепочек поставок. Закольцуй их в петлю, чтобы процесс шел без твоего участия. Создай петлю дорожки, чтобы рабочие смогли собрать 10 кусков металлолома. Дорожки, сбор. Ну давайте где-нибудь. Раз. Пойдем. До металлолома. На всякий случай. До сюда дойдем. Иди на дорожку. Иди на дорожку. И ты иди по дорожке. А, тебе надо вывести. У нас некоторые проблемы, мы не умеем с нами обходить препятствия. Все. Игру можно в любой момент поставить на паузу, нажав пробел.
Королева вот-вот отложит свою первую личинку. Вырастить из личинок рабочих можно в инкубаторе. А ну-ка, построй инкубатор. Ну, давайте поставим инкубатор. И, судя по всему, надо поставить его как-то вот так. Оп. Он сам строится. Удобно. Чтобы переместить существующую дорожку, щелкните по ней и перетащите в нужную сторону. Построенные здания можно перемещать. Здания можно спокойно сносить, полученные материалы будут возвращены на склад. Рабочие муравьи заберут личинку у королевы и отнесут ее в инкубатор. Для этого положи новую дорожку. Помести личинку в инкубатор, чтобы вырастить нового рабочего. Хорошо, дорожка. Так, кто там? Ты, иди сюда. Окей. Не бойся устраивать перестановки. Эффективно спланировать колонию получится не с первого раза. Ну, тут... Чтобы произвести личинок, королеве требуется энергия. Проложи дорожку, чтобы рабочие смогли собирать энергокапсулы с цветов. Так, вот у нас есть отдельная дорожка фуража. Сразу несколько зацепим. Аус. Он новый идет. Окей. Завершить. Для производства личинок королеве требуется энергия. Скармливай ей энергокапсулы, чтобы заполнить индикатор энергии в левом верхнем углу. Когда индикатор заполнится, твоя колония поднимется на новый уровень. Это увеличит доступный лимит населения. Королева будет продолжать откладывать личинок, пока не будет достигнут лимит населения. Но наиболее высокий уровень энергии также означает ее повышенный расход. Корми королеву интенсивнее, чтобы поддерживать популяцию на должном уровне. Так, вот тут надо как-то тогда перестроить сам процесс. Так, наверное, тебя. Избушка. Ластик. Повернись к лесу задом. А к нам. Передом. Как бы нам тебя поставить? Во-первых, надо тебя... Так поставить. Во. Можем немножко обхитрить. Поставили. Теперь рецепт. Еще разные рецепты есть. Так, вход. Выход. Так, здесь мы ее кормим.
Давай пока. Ты иди будешь новичков переводить. А ты... Попробуем так. Окей. С помощью распределителя муравьи могут забирать материалы со складов. Установить его можно, нажав кнопку «Разместить распределитель» на нужном складе. Распределитель можно перенаправить на другой склад. Давайте производство. У нас есть плавильная печь. Можем где-то поставить. Так, у нас тут большие залежи этой руды. Так, плавильную печь поставили. Теперь распределитель. А во, надо было вот так вот делать. Во, вот так вот тоже можно. Давайте попробуем еще одну дорожку создать. Значит, от распределителя тянем сюда, кладем. Ты зачем? Не-не-не. Лезу. Стой, стой, все не так. Все неправильно. Ты куда их тащишь? Я миро. Не так. То есть лучше их делать не пересекающимися, иначе ничего хорошего не получается. Иди сюда. Мы, значит, еще одного перетащим. А пока надо здесь. Так, ты. Во. Пошел процесс. Так, ну а ты дальше пойдешь? Че он стоит? Че он стоит? Потому что он... Эта штука у нас не закольцована. Давайте закольцуем. Ты, отлично. Забери вот его, пожалуйста. Вот, вот лежит же личинка, ну. Личинку возьми. Взял. Молодец. Теперь отнеси ее. Все. Потерявшихся больше нету. В принципе, он тут один пока справляется. Так, здесь мы копим и носим еду. Ограниченная. Как-то вот, в общем, собираем. Причем у нас все больше и больше. Может, тогда
продвинуть саму эту цепочку до дальних цветов, в том числе. Они, конечно, будут дольше бежать, если мы бежим большее количество цветов. Так, тут у нас уже 71 материал. 8 слитков железа уже сплавили. И 18 муравьев. 19, 18. Пойди разбери. Так, отсюда эти ребята у нас просто ходят. А что это вы просто ходите? Ловите полезную нагрузку. Можем перенести сам склад. Конечно. Так, использую железо для строительства мастерской. Окей, давайте мастерскую поставим где-нибудь. Ну, где-нибудь здесь. В мастерской различные материалы перерабатываются в товары. Выбрать рецепт можно в интерфейсе здания. Создай 2 железные пластины и 5 винтов. Окей. Тогда нам из этого склада понадобится распределитель. Где-нибудь вот здесь, наверное. Так, и нам понадобится еще один склад. Так, из дорожек. Логическая тропа для равномерного распределения муравьев по нескольким дорожкам. Твои муравьи будут перемещаться по всем дорожкам, соединенным с этой. То есть я, хочешь сказать, могу сказать... Так, так... И... Так могу сделать. Насколько оно так работает? А, неправильно. Неправильно. Надо же с выходом соединять. Надо с выходом соединять. Тогда, наверное, его надо переставить сейчас. Тогда... Стираем, стираем. Тебя переставить. Так. А что-то автоматически-то он не кладет. Распределитель, значит. Отсюда пойдет сюда. Пойдет. Соответственно, сюда. И сюда. И куда-нибудь вот сюда побежит. Все. Равномерненько. Я хочу ее... Протянуть нельзя. Вот эту нельзя. А вот эту-то можно? Во. Соединили. Так, нам нужен один муравей. Кто там еще не забрал? Вот ты, сюда иди. Отлично. Будешь работать на этой петле? Мы тем временем давайте все-таки вот эту петлю доделаем.
Все, петля есть. Петля функционирует. Этот муравей просто будет подносить новичков личинок, чтобы они вырастали. Они будут сюда на пункты распределения и отсюда идти. Часть на еду, часть на добычу железа, часть на добычу металла. Давайте посмотрим, когда кто-нибудь из муравьев придет таки сюда, а нам надо выбрать, что будет строиться. Склад. Изменить. Говорят, надо 5 винтов. Винты производим. Так, ну а ты малый рабочий труп. Труп малого рабочего. Ух, у нас куча трупов. Кошмар. Так, ты. Ты, быстрее сюда. Стоп. Кошмар. Так-то у нас кризис сейчас начнется. Где еду добываю? Штука, опять кто-то погиб? Кто у нас? У нас один носит еду. Так, ты, иди добывай еду. С едой у нас швах. Муравьи кончаются. Все же хорошо было. Вот, три муравья и носят еду. Так, он скажет, что слишком большая тогда получается ветка. Надо ее пока сократить, потому что слишком мало здесь муравьев работает. Зато вот двое муравьев уже здесь и готовят для нас винты. Это что? А кто будет? Ждут материалы. Они ждут железа. Надеюсь, железо до 13 на складе. В чем проблема? Что тут не так происходит? Почему? Они, по идее, должны не просто размещать все это с одного склада на другой. Должны работать. Так, они берут отсюда. Я понял. Окей. Мы поставим тебя сюда. Во! Взяли материал, потащили на обработку. Но... Это склад нам зачем? Не знаю даже. Но мы туда, между прочим, притаскали аж целых 32 кубика железа. Кошмар. Так, ну потихоньку восстанавливаем численность. Ну как восстанавливаем, у нас люди, муравьи наши погибают периодически. Так, а под другой вид ресурсов нам нужен новый склад, да? Как это работает? Так, четвертый. Сейчас пятый приготовится. Чего так много? Может тебя на еду послать? Тебя на еду там... О, ты кто такой? Часовой.
Большой товарищ ходит. Окей. Так, винты есть. Теперь надо заменить винты на железные пластины. На них надо аж 4 железа. У нас, кажется, 4 муравья бегает. Вот, не прибежали, тут в очереди ждут. Он сейчас дождется изготовления его детальки. А что мы дальше с ней делать? Долго делается деталька. Так, и чё, и он будет ее так таскать. Он будет ее таскать, пока мы не поставим какой-нибудь склад. Скажем, что вот тебе склад для таких вот штук. Он говорит, а я бы ее дальше отнес, но не могу. Да, мы тебя перетащим сюда, на случай, если этот склад вдруг заполнится. Вот тут тоже у нас очередь скопилась. Все жаждут. Окей, но мы тем не менее накопили две пластины. В микроптопии можно и улучшать рабочих, чтобы продлить их срок жизни и освоить новые возможности. Прострой комбинатор и используй его, чтобы объединить двух малых рабочих в обычного рабочего. Так, комбинатор. Давайте поставим комбинатор. Так. Теперь давай подумаем, а как нам его лучше разместить. По идее. Если мы сделаем так. Он ее добывает. Так, вот у нас обычный рабочий, который может еще и лесозаготовкой заниматься. Так, а он куда ушел? А почему он сюда ушел? Так, не. Тут у нас неправильное распределение. Стоп. У нас должно быть распределение отсюда, сюда и сюда. Все. Вот. Чё, два муравья туда пошли? А что получится из двух рабочих? Мега-рабочий? Меня это пугает. Так, вот туда ушли два нормальных рабочих. Можно они оттуда это выйдут? Нет? Кошмар. Так, это сейчас пойдет на добычу металлолома. К добыче металлолома надо продлить. Следующий пойдет у нас сюда на добычу всяких полезных плит. На добычу плит пошел. И следующий пойдет у нас на объединение. Так, тут у нас какая-то очередь уже стоит. Да, кто в очереди стоит? Эти идут искать. Взял, умер. Окей. Печально, конечно.
потому что мы на шкале 2-3 постоянно идем, у нас очень много трупов. Вся наша колония буквально усыпана трупами. Но, видимо, такова она, муравьиная жизнь. Не так-то просто ставить все эти цепочки. Мир у нас, кстати, большой. Тут еще есть месторождение щебня. Еще месторождение металлолома. Месторождение железа есть. Ну, мы давайте на этом, наверное, заканчивать. В принципе, любители факторио и других построений производственных цепочек, я думаю, будут в восторге. Ну, а мы с вами смотрели на игру Микротопия. Большое спасибо за просмотр и увидимся.